Всем привет, это Сергей Шаляпин. Добро пожаловать в мой видеоблог о недвижимости Пхукета и всему, что с этим связано. Чаще всего я рассказываю об инвестициях, о вложениях в недвижимость в Таиланде, на Пхукете и так далее. Но сегодня я делаю простой обзор вторичной квартиры. Ко мне обратились продавцы, то есть люди, которые хотят продать. Да-да, я занимаюсь и продажей тоже, вторички. Кстати, если вы хотите продать свою квартиру на Пхукете или виллу, вы можете обратиться ко мне. Мои контакты сейчас на экране. Пишите, пожалуйста, звоните. Если мы с вами договоримся, то я сделаю ролик и для вас тоже. Это двуспальная квартира, расположенная в районе Чилонг. И предназначена она исключительно для проживания. Площадью 64 квадратных метра. И самое привлекательное – это ее цена. Этому комплексу всего 4 года. И располагается он в центре района Чилонг. Расстояние равно удалено, что до Централ Фестиваля, что до ближайших пляжей, я имею в виду Равай, Найхарн или Кота, примерно 15-20 минут. Комплекс расположен, скажем так, в небольшой долине, окруженной холмами, то есть с одной стороны холмы, с другой стороны дорога. Здесь до дороги метров, наверное, 300-400. Есть рядом магазин шаговой доступности Family Mart. Всего в этом кондоминиуме 180 квартир и 7 этажей. Квартира, которую мы сегодня снимаем, находится на втором этаже, то есть невысоко. Квартира двуспальная, имеет две ванных комнаты, два балкона. В принципе, это нестандартный вариант, то есть она сделана путем объединения двух односпальных квартир. Общая площадь 64 квадратных метра. Я хочу сразу оговориться, что так как эта квартира жилая, то есть в данный момент в ней проживают люди, то она не будет выглядеть идеально, как шоурум или, скажем так, новая квартира от застройщика. Но надо понимать, что и цена у этой квартиры тоже снижена. Квартира была сдана застройщиком без мебели, и владельцы сами ее меблировали. То есть она продается с полной мебелью, достаточно хорошая кухня, газовая плита, в отличие от остальных квартир, где стоят электрические. И, в общем, полностью оборудована. То есть стиральная машина, газовая плита, микроволновка, что еще? Стиральная машина, вытяжка, ну то есть все, что у нас. Даже есть спутниковая антенна с российскими телеканалами, 11 каналов. Если кому-то это важно. Вид из окна на соседнюю парковку и горы. То есть, в общем, достаточно тихо, спокойно. Состояние квартиры, она, на мой взгляд, требует небольшого косметического ремонта.
И, конечно, она носит на себе следы использования, но это понятно, ведь люди там жили. Что касается цены этой квартиры, это самый привлекательный ее момент. Цена двуспальной квартиры 64 квадратных метра, внимание, 2 миллиона 600 тысяч бат. Если вы располагаете такой суммой, если вы хотите купить квартиру на Пхукете, то дешевле, наверное, вы вряд ли найдете, тем более в таком районе, в таком приближении к пляжу. Обслуживание этой квартиры обойдется сравнительно недорого, 18 тысяч бат в год, что, кстати, для такой большой квартиры очень даже немного. Если вы живете здесь, учитесь или работаете на Пхукете, то это оптимальный вариант для вас. Спешите, мои контакты сейчас на экране. Звоните, пишите. Как говорится, кто успел, тот и съел. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Спасибо, что смотрите мой канал, и не забудьте подписаться на него прямо сейчас. С вами был Сергей Шаляпин. Хорошего дня. Пока.